Здорово, начальник. А чего вы тут расселись, дармоеды? А что случилось? Там Колганов иголки сломал. Калач, ну позови сюда этого придурка. Постоим. А если все работу бросят, что же это будет? А я не все, я только за себя отвечаю. А норму его на кого переложат? Да падла он! Бошки таким надо ломать! Кто не работает, тот не ест. По тебе этого незаметно. Ты жиреешь, а я должен за тебя и шачить. А мы не работаем, потому что воровской закон соблюдаем. Вы воры. Вы махновцы, беспредельщики. Можно я ему звездану, могу?